Добрый день, уважаемые коллеги! Зал «Москва» продолжает свою работу и ближайшие 50 минут. Мы сегодня поговорим об очень важной педагогической задаче учителя – о школьном оценивании, о том, как меняется взгляд на школьную оценку, о том, какие новые практики оценивания появляются в столичных школах. Сегодня участие в этой дискуссии принимают замечательные эксперты. Позвольте представить. Ольга Алексеевна Галузина. Ольга Алексеевна Галузина, заместитель председателя экспертно-консультативного родительского совета при департаменте образования города Москвы. Патрикеева Ирина Жалдошевна. Ирина Жалдошевна, заслуженный учитель Российской Федерации, автор учебников, учебных пособий и директор столичной школы «Глория». Учитель. Классный руководитель, учитель Московской школы, инженерно-технической школы, член команды победителей школы самых классных, Алексей Александрович Володин. И ну какой разговор об оценивании без психолога? С нами кандидат психологических наук Ольга Сергеевна Шалина. Ну что, да, вот посмотрите, какой действительно у нас состав участников, и родителей, и учителя, и директора, и психологи. Итак, прежде чем мы начнем разговор о школьной оценке, несколько интересных фактов из истории школьного оценивания я прошу вывести на экран. Система оценивания в России имеет давнюю интересную историю. Остановимся на некоторых важных и интересных фактах. В 1721 году Петром I было утверждено оценивание учащихся по принципу «как то учится» по двум критериям – лениво и прилежно. В 1819 году введена четырехбальная система оценивания успехов учащихся. Затем в 1837 году система оценки стала пятибальной, а немного позднее шестибальной. При помощи такой оценки различались совершенное незнание, слабые, посредственные, достаточные, хорошие, отличные сведения. 1916 год ознаменовался отказом от бальной системы оценивания. Ее предлагалось заменить на, возможно, более частое осведомление родителей об успехах учеников. 1924 год. Вышло постановление о введении форм учета знаний. Дневники их характеристики, круговые тетради, рабочие книжки. При этом действовал принцип коллективного учета, который приводил к обезличиванию результатов обучения. В 1934 году происходит возврат к бальной оценке. Вводится пятиступенчатая оценка успеваемости учащихся, а в 1944 году словесная оценка переводится в отметки. В 1974 году вводится инструкция о ведении школьной документации, которые делают обязательным выставление итоговых отметок за каждую учебную четверть. Сегодня закон об образовании предоставляет школам самостоятельность в осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм периодичности и порядка проведения. При этом ВГОС определяет образовательный результат ребенка как совокупность личностных, метапредметных и предметных результатов. Ну вот такие интересные события происходили с течением времени, и сейчас мы пришли, в принципе, к тому моменту, когда образовательная организация самостоятельно устанавливает порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, формы проведения текущего контроля. Вот такая автономность, такая самостоятельность образовательной организации приводит к тому, что в разных школах присутствуют совершенно разные подчас системы оценивания. Наверное, это хорошо, есть некоторые тонкости этого вопроса. Мы хотели бы, конечно, об этом поговорить. И вообще в начале этой дискуссии поговорить о некоторых сложностях в школьном оценивании с позиции, как вы уже поняли, директора школы, с позиции школьного учителя, родителя, ну и, конечно же, психолога. Я хотела бы первый вопрос адресовать Ирине Жалдошевне. Ирина Жалдошевна, вы как руководитель школы, как,
Какой видите основную проблему в школьном оценивании в большом образовательном комплексе? Спасибо, коллеги, в первую очередь за то, что такая тема поднята для разговора. И система оценивания результатов освоения образовательной программы настраивается школой. И хорошо, что нам об этом напомнили сейчас. При этом важно исходить из некоторых общих принципов, из единого понятийного аппарата. И вот первое, на что бы я обратила внимание, это важность дифференциации понятий «отметка» и «оценка». И очень важно не путать эти два понятия, не смешивать их в нашей работе. Все-таки мы, наверное, исходим из того, что оценка – это сопоставление того, что сделано, с эталоном и выявление некоторых расхождений. А отметка – это только один из видов оценки, выраженный в баллах на основе единых для учащихся шкал и критериев. Второе, на что бы я обратила внимание – все-таки мы должны помнить и исходить в нашей работе из того, что действие контроля и оценки – это не только функционал учителя, а это важнейшее универсальное учебное действие, которое школа формирует у своих учеников, и они необходимы для успешной реализации взрослых людей в любой сфере деятельности. Третье, на что бы обратила внимание, конструирование системы оценивания не должно быть в отрыве от содержания образования. Пока мы, мне кажется, не нашли эффективных форм интеграции этих двух очень серьезных таких элементов организации всего образовательного процесса. Четвертое. Учителю очень важно планировать получение образовательных результатов освоения программы. Результаты могут и должны быть разными. Ну, нужно их планировать как разные результаты. Они должны выявляться на разных этапах, на разных уровнях. Глубина, так скажем, освоения и предъявления результатов тоже разная. Пока, мне кажется, мы на пути к решению этой задачи. Ну и пятое, это вот пять я для себя выделила таких пунктов. Школа – это социальный институт, который сегодня первым в жизни ребенка дает объективную оценку его образовательным результатам. При опекающем родительстве поколения Z школе непросто давать оценку продвижения ребенку по образовательному маршруту. И не учитывать сегодня этих особенностей мы не можем. Вот, наверное, все, на что бы я сейчас обратила внимание. Спасибо большое, Ирина Джалдошевна. Ольга Алексеевна, можно вам тогда задать вопрос? Вот вы как человек, который очень тесно работает с родительской общественностью. Мы же понимаем, что школьное оценивание, школьная отметка, да, мы не путаем оценивание, отметку. Мы сейчас, скорее, вопрос про школьную отметку. Что школьная отметка важна для родителей. Да, многие используют это все-таки как некую семейную мотивацию, рычаг управления. Вот скажите, какие основные переживания в отношении школьной отметки сейчас испытывают родители? Вообще, какие основные вопросы, может быть, которые они адресуют вам, как заместителю председателя экспертно-консультативного совета? С чем они к нам приходят, да? С чем Олеся они приходят, да. Ну, первое, что подтвержу ваши слова, что большое количество обращений просто для разъяснений, для консультаций связано именно с этой деятельностью школы, да, в этой сфере, в этом поле. Я бы выделила четко три направления. Первое направление – это все-таки убрать человеческий фактор из отметки. Убрать субъективизм. Субъективность, конечно, да, человеческий фактор не должен влиять на это. И сейчас сразу в ответ на ваши слова, сегодня родители не так обеспокоены тем, чем наградить ребенка, чтобы он, мотивировать его к получению оценки. Они хотят знать, какой уровень образования он получает, какое его качество, сможет ли он дальше построить тот профессиональный путь, на который ребенок и семья этого ребенка рассчитывает.
Вторая проблема, я бы сказала, что это в оценивании именно разных видов деятельности на уроке. Потому что я являюсь еще матерью троих детей. И, кроме того, собирая информацию по всему городу, мы понимаем, что есть технические науки, есть иностранные языки. И здесь оценка, например, грамматики не говорит о том, что ребенок в говорении прекрасен. Знание теории физики не говорит о том, что практическая часть не западает, что он умеет решать задачи. И это касаемо каждого предмета. И третий пункт я бы назвала, что на данный момент инструментов к измерению качества много, но применяются классными руководителями, не классными руководителями, педагогами, предметниками, не в полном объеме. Все-таки на массовость это контрольные работы и тестовые задания, все остальное слегка у нас иногда западает. И в целом хотелось бы подчеркнуть, что для родителей очень важна прозрачность оценивания, чтобы мы понимали, за что сегодня ребенок получил оценку, по какому предмету, за какой вид деятельности, по каким темам. Это основные проблемы. Ольга Алексеевна, то есть что стоит за школьной отметкой, родителю важно знать. Вот вы уже подчеркнули, да, и какое содержание стоит за этой отметкой, и какой вид деятельности. Вы вообще, это как здорово, это разбираетесь в педагогике. Это Ольга требует то место, которое мы занимаем. Мы не можем дать родителю неправильный и неграмотный, непрофессиональный ответ на его вопросы, да, или что-то пообещать. Ольга Алексеевна, а что, чем, как помогаете получить ответ на этот вопрос? Связываетесь со школой? Ну, конечно, каждый случай индивидуален, потому что приходит определенный член семьи с определенной своей задачей. Бывает, включается школа, бывает, включается законодательный акт, да, и тогда мы понимаем, да. И исправить оценку сейчас нельзя. Мы тоже это доносим, потому что многие хотят именно тех результатов, которые они прогнозируют. А еще есть родители, которые измеряют собственный успех через отметки родителей. И вот это страшная история. Да. Спасибо большое. Кстати, Ольга Алексеевна очень правильно тоже осведомлены о том, какое больше всего используют форму проведения оценивания педагоги. Мы действительно видим это в электронном журнале. И два по популярности – это домашние задания и тесты. Ну, конечно, на разных уровнях образования проявляются разные виды работ, но, тем не менее, вот эти два по популярности – тесты и домашние задания – это то, за что ставят отметки учителя больше всего. Но это пока, да? Мы пока обозначаем некоторые сложности. Алексей Александрович, вот вы классный руководитель. Я помню свое время, когда была классным руководителем. Для меня самым тяжелым был момент, когда мы подходили к окончанию четверти, и все начинали, и дети, и родители все звонили, спрашивали, какая у моего ребенка отметка в четверти. Дети подбегали, спрашивали, пожалуйста, договоритесь с учителем математики, хочу исправить свою отметку в четверти, иначе мама меня не повезет отдыхать. Учителя тоже, и почему-то именно к концу четверти подходили и говорили, как правило, о проблемах детей. Именно почему-то к концу, не на протяжении всего учебного периода. Вот вам знакомы эти явления или нет? Или сегодня ситуация иначе устраивается? Здравствуйте всем еще раз. Да, да, все сейчас очень это все знакомо. Именно вот за промежуток межаттестационный и большая активность проявляется вот где-нибудь на последней неделе, в конце, либо четверти, триместра, как среди детей, потому что кто-то хочет поднять свой средний балл, там где-то набрать каких-то оценок, если была там по каким-то объективным причинам накапливаемость оценок, ну, была маленькая. Поэтому последнюю неделю очень активно, как и учителя, так и классные руководители, естественно, в связи с родителями, потому что родители, как правило, ну, беспокоятся, и для них они тоже свои мотивации для своих детей выставляют. И вот эта неделя, она становится, ну, безумной такой, прям, можно сказать, сумасшедшей по накалу. И очень беспокоит также и психологическое состояние в связи с этим детей, как они с этим справляются, потому что для них это тоже как бы давление такое появляется, помимо учителей, и усваивание тем, которое было на промежуток вот того триместра или четверти, тоже беспокоит. Как бы
все эти темы были усвоены на том должном уровне, который мы как бы все запланировали. Вот, Алексей Александрович, вы как раз сказали о психологическом состоянии детей в этот период. Ольга Сергеевна, можно вот тогда вопрос вам адресовать? Вот наличие четвертей, наличие триместров, семестров, всех промежуточных периодов аттестации, не влияют ли они на формирование такой, ну, скорее, внешней мотивации детей? Вот отметка, отметка ради отметки в четверти. Вот формируется такая позиция школьников, может быть, у каждого возраста по-разному. И с точки зрения все-таки неких семейных ценностей, могли бы раскрыть, вам тоже как психологу приходит семья со своими ожиданиями, да, со своими трудностями, проблемами. Какие их больше всего в связи с этим волнуют вопросы и как вы им помогаете? Добрый день. Да, безусловно, сейчас мы много уделяем внимания психологическому благополучию детей, но влияет на человека все. Влияет и четверть, влияет сложность темы, влияет семейная ситуация, родительские образцы, которые мы как родители подаем нашим детям в плане отношения к обучению в целом, к отметкам в частности. Я бы хотела, наверное, немножко с другой стороны коснуться тех моментов, которые обозначила Ирина Джалдошевна. Значит, действительно, отметка, балл, стала сейчас самоценностью. Как говорит классный руководитель, как говорят учителя, дети бегут исправлять, бегут накапливать, и мы не видим, какая работа стоит за этим. Хочет он думать, интересен ли ему этот предмет. И если говорить о разных возрастах, то вот эта какая-то инфантильность, хочу пятерку, хочу повыше, она тянется из младшей школы в среднюю, в старшую, а потом я их встречаю в вузе. Первый курс традиционно задает вопрос, как исправить оценку, хотя оценок уже нету. Вот, то есть вот такая проблема инфантилизации, я бы ее отметила, наверное, вкупе с поколением Z опекающих родителей. Что еще важно? Отметка становится инструментом товарно-денежных отношений между учителем и ребенком, ребенком и родителем. Как вы сказали, Олеся Николаевна, не будет пятерок, будут тройки, не поедешь отдыхать. Тут два момента. А что, действительно вся семья не поедет отдыхать из-за тройки? Ну, все же знают, что неправда. Соответственно, авторитет родителя в этот момент падает. Что происходит с авторитетом учителя? Он падает тоже. Потому что важнее отметка для родителя, чтобы купили гаджет. А я напомню, как Ирина Джалдошевна тоже сказала, школа — это первый социальный институт. Это модель гражданского общества. И не просто модель придуманная, это реальная модель гражданского общества с объективной системой внешнего оценивания. Поэтому особенно актуально, что оцениваем четверть, багаж, с которым ты пришел, и твой номинал, или освоение материала. И тут вопрос о критериальном оценивании, причем и с первого класса, и до 11-го. Да, но мы об этом обязательно поговорим, да, о развитии все-таки инструментов оценивания современных. А вот хотелось бы еще к переходу, к обсуждению действительно тех шагов, которые мы предпринимаем к изменению данной ситуации, все-таки еще остановиться на одном очень важном моменте. Скорее всего, вот Ирина Джалдошевна вам адресует этот вопрос. Скажите, вот Ольга Алексеевна обозначила первую проблему, с которой обращаются родители, это некий субъективизм в оценивании. Да? У одного правила одни учителя, у другого учителя правила другие. Действительно ли, ну, судя по тому, что такие вопросы есть, такая ситуация существует, каким образом нужно формировать эту единую культуру оценивания в школе у всего педагогического коллектива? Как вам это удается? Вот я знаю, что в вашей школе есть система, своя культура оценивания, и судя по тому, что таких обращений родителей нет. Вот. Ирина Джалдошевна, вообще есть ли такая проблема, когда вы ее обнаружили и как вы с этой проблемой боролись?
Олеся Николаевна, я предлагаю все-таки это считать не проблемой, а одним из аспектов жизни любой школы. То, что мы с этим вопросом работаем уже много лет, больше 20 лет в нашей школе, да, это действительно так. И ключевым для всего коллектива документом является положение о порядке, сроках текущего контроля и промежуточной аттестации. Мы даже говорим о том, что на входе при приеме новых педагогов в школу первое, с чего мы, первые вопросы, с которых мы начинаем собеседование с педагогом, я предлагаю каждому рассказать о том, а как, собственно, вы оцениваете, что делаете, за какие работы, в каких форматах, вот что вы, что в вашем арсенале, для того, чтобы максимально избежать какого-то таких утраченных иллюзий, чтобы и у педагог не подыскивал себе коллектив в соответствии со своими представлениями, и чтобы мы не создавали каких-то неловких ситуаций. А затем, когда все-таки мы говорим о том, что мы работаем вместе, я ставлю перед каждым новым педагогом задачу изучить это положение и максимально задать вопросы. Положение это у нас живое, оно каждый год претерпевает какие-то изменения. И еще вот не ожидая вот в таком формате летнего обновления, предложенного Московской электронной школой, мы весной уже очень серьезную такую переработку положения начали. Я бы так сказала, для того, чтобы прийти к снятию тех рисков, о которых Ольга Алексеевна нам сказала, да, то, чего ждут родители, но то, чего ждут на самом деле все нормальные люди. Объективные оценки, понятные, содержательные. Я бы еще сказала, того оценивания, которое выстраивает дальнейший образовательный маршрут и для ребенка, и для педагога. Не оценивание ради оценивания, а для того, чтобы понимать, что делать дальше. А на эти вопросы может только ответить критериальное оценивание. Mm-hmm. То есть тот набор в соответствии с разными предметными областями или с функциональной грамотностью, о которой мы сегодня говорим. И приучает нас уже к этому, и уже образцы этого нам задала государственная итоговая аттестация. Мы все с этим хорошо знакомы и понимаем, как действовать. Осталось только немного освоить это и ввести в ежедневный режим нашей профессиональной деятельности. Ольга Алексеевна, хотели добавить, да? Мне хотелось бы дополнить, потому что, мне кажется, каждая школа, каждый руководитель должен иметь у себя аргументы к тому, чтобы точно дать информацию родителю, что эта оценка, эта отметка, она выставлена без субъективного фактора. Вот мы в своей работе с родителями пользуемся именно независимой оценкой качества образования, рекомендуем школе провести. Но если родитель может стать экспертом-наблюдателем независимым, тоже может участвовать в этом. И второй момент, если он не доверяет педагогу и школе, пройти в МЦКО со своим ребенком по тому предмету независимую экспертизу. Это дает нам возможность аргументировать поставленную отметку, наверное, да, найти вот факты вот эти. Ну, конечно, было бы здорово, если бы мы не доходили до независимого оценивания, а доверяли школе. А для того, чтобы доверяли школе, вот Ирина Жалдошина говорит тот о важном инструменте, безусловно, это локальные нормативные акты каждой школы. Но также мы все понимаем, что подчас бывает, что это далеко не рабочий инструмент для многих педагогов. Но рабочим инструментом для них является инструмент, который они используют ежедневно. Это электронный журнал Московской электронной школы. Вот какие мы можем в этом направлении, в развитии инструмента, которым они пользуются ежедневно, делать очень важные шаги к тому, чтобы приучать, приобщать учителей к очень важной единой культуре понимания того, а что должно стоять за школьным оцениванием. Мне бы хотелось, прежде чем перейти вот ко второй части нашего обсуждения, сейчас показать некоторые нововведения в Московской электронной школе, которые нас ждут вот буквально со дня на день. Они все в совокупности говорят о отражении содержания школьного оценивания. В 2021-2022 учебном году в Московской электронной школе появляется ряд новых функциональных возможностей в оценивании образовательных результатов школьников.
Инструмент «Тематическое оценивание» позволяет в электронном журнале и дневнике отображать результат изучения каждой темы учебной программы по предмету. В электронном журнале учителя цветовым решением выделены изучаемые темы, а в электронном дневнике ребенка отображается изучаемая тема и продвижение в ней. В электронном журнале учителя и дневнике ребенка отображается средневзвешенная отметка по данной теме с указанием ее динамики. Получить информацию о том, чему может научиться школьник при изучении той или иной темы, поможет сервис «Планируемые результаты обучения». Учителю доступен перечень планируемых результатов разного уровня сложности по каждой теме. Он может оценить образовательный потенциал каждой темы и выбрать планируемые результаты для своего урока. Ученику в дневнике доступны все планируемые результаты изучения темы и те, которые отметил учитель. Планируемые результаты помогают учителю и ученику сориентироваться в образовательном потенциале темы в развитии различных умений от простых к более сложным. О том, в какой форме проводится оценивание, какая за этим стоит деятельность, ученик и его семья узнают благодаря сервису разметки всех отметок, используемыми учителем формами оценочных процедур. Например, эссе, проект, устный ответ или экспериментальная работа. Данные сервисы позволяют получить школьнику и родителю более содержательную информацию о том, какая тема, форма контроля и проверяемые умения стоят за школьной отметкой. Коллеги, вот сейчас хотелось бы обсудить три новые функции, которые у нас появляются в электронном журнале. Это первые шаги к тому, чтобы вскрыть, подсказать, что там стоит за школьной отметкой. Первое, еще раз, да, это тематическое оценивание, когда у нас привязано содержание к планированию учителя, и в соответствии с теми темами, которые отображены в планировании учителя, также все отметки, которые он получает, они связаны именно с определенным содержанием. Это первое. Второй момент. Да, кстати, при этом обратите внимание, это только подсвечивание средневзвешенного балла, и семья, и ребенок видят, какая динамика в изучении той или иной темы, которая в оценивании отображается в отметке средневзвешенной у ребенка. Второй момент – это описание планируемых результатов в каждой теме. Сейчас в этом году этот инструмент будет доступен для учащихся 5 класса, ну и, соответственно, для учителей, работающих в 5 классах. Вот мне повезло, у меня вот девочка в 5 классе учится, буду видеть и буду сама понимать ее реакцию на это и как она будет наблюдать за тем, какие умения она будет приобретать в процессе изучения этой темы. То есть за содержанием, за отметкой в первую очередь стоит некий учебный материал. Помимо учебного материала еще планируемые образовательные результаты, которые, как вы успели заметить, здесь представлены в трех уровнях. В трех уровнях глубины качества этого результата от репродуктивного к рефлексивному. И третий момент – это формы контроля, которые в этом году обозначены единым таким перечнем в Московской электронной школе, отображающие разные виды деятельности при оценивании. Вот пока эти три инструмента, каким образом могут, как вам кажется, в первую очередь положительно повлиять на изменение отношения к школьной отметке? И второй вопрос, вот нам будет три вопроса каждому осветить. Второй вопрос – это какие риски связаны, может быть, с неготовностью учителей или риски с неготовностью детей увидеть то, чему он должен научаться, а вдруг у него это не будет получаться. Вот такие риски. Ну и третий вопрос –
А куда тогда двигаться дальше? Мы понимаем, что мы сейчас только начинаем. Мы только начинаем подсвечивать, что стоит за школьной отметкой. Что дальше? Вот эти три вопроса я хотела бы задать сейчас экспертам. И вы можете ответить как на один из этих вопросов, так и на три, и в любом порядке, кто готов. Ирина Жалушева, вы? Если отнестись к тому, с чем мы уже вот в течение полутора месяцев работаем и какой опыт уже на сегодня имеем, я бы обратила внимание на то, что не всегда закрепление жесткое, в том числе в электронных сервисах, а электронный журнал – важнейший сервис, с которым работают все участники образовательных отношений, не всегда жесткое закрепление гарантирует принципиальные изменения качества, в данном случае профессиональной работы учителя. Не всегда. При таком жестком закреплении очень высоки требования ко всем предъявляемым форматам. Начиная от понятийного аппарата, то, что мы назвали формами контроля, и соответствует ли предложенное этому названию. Поэтому мне кажется, что здесь надо быть предельно внимательным и предельно рефлексивным по тому, что сделано. Следующий риск, на который бы я обратила внимание. Все-таки школа – это пространство проб и ошибок в первую очередь, пространство учения. Если мы превратим это все в пространство только предъявления результатов, простой вопрос, когда учиться-то будем? Поэтому когда мы предлагаем коллегам в качестве там образцов, какие-то в демонстрационных материалах вот эти образцовые странички, об этом хочу сказать. Наверное, надо подумать о том, какова плотность заполнения этих страничек теми самыми отметками. Потому что в сознании, особенно молодых учителей, должна формироваться вот эта профессиональная культура, понимание, как я планирую собственное обучение, как я планирую пробы, как я планирую ошибки, изменение этих ошибок, работу над этими ошибками. Я о таком риске размышляю. Третье, на что бы обратила внимание. Мне кажется, мы сегодня больше и ярче должны говорить о том, что отметка – это не единственный способ оценивания. Что способов, инструментов, механизмов и процедур оценивания должно быть больше. И чем шире сегодня учителя будут осваивать они когда будут? Когда, наверное, мы с вами, какое-то экспертное сообщество, будем популяризировать такие возможности, такие инструменты, такие процедуры, показывать, какие они приносят нам эффекты в повышении взаимопонимания с родительским сообществом. Когда мы будем показывать, какие это дает эффекты в эмоциональном, психологическом комфорте детей, то, наверное, будет больше придаваться весу этим разным инструментам оценивания. Говоря о том, как соединять и интегрировать содержание образования и оценочные системы, то, что нам предложено было, то, с чем будут пятиклассники у нас работать, это супер прорыв Олесникова. И, конечно, это позволит каждому учителю оценить то, что он делает в своей деятельности. То есть сопоставить, что я запланировал на год, каких результатов со своими учениками достичь, и что мне предлагает электронный сервис. Это очень важный сегодня прорыв для профессионального развития и продвижения коллег. Но я бы еще обратила внимание, пользуясь случаем, на такой очень потенциальный документ, как рабочая программа. Очень много закрепостили в наших электронных сервисах работу с контрольно-тематическим планированием учителя, который,
который все время требует пересмотра при нашей живой жизни. Мы все прекрасно понимаем, в каком изменяющемся сегодня мы мире находимся. И в связи там, с событиями, там, с, связанными там, с карантинами. Там, или еще. Понятно, что мы все делаем для того, чтобы не прерывался процесс. Но изменения происходят. И для того, чтобы переформатировать контрольно-тематическое планирование, сверхусилия учителя сегодня прикладывают. Это скажет сегодня каждый педагог. А вот подумать о том, какой есть потенциал в рабочей программе, как документе, который бы синтезировал содержание образования и описание результатов на разных уровнях, вот мне кажется, это то, о чем еще можно поговорить. Да, спасибо, Ирина Жалдушевна. Да, немножечко, кстати, раскрывает то, что инструмент работы, да, с рабочей программой тоже стоит в обязательно, да, в плане работы с инструментами Московской электронной школы. Ирина Жалдушевна, а вот такой вопрос, вы говорите, очень большой риск того, что учителя будут перегружены тем, что они что-то отмечают, размечают. Надо большое время уделять процессу обучения. Нет, вот я просто уловила, да? Вот смотрите, как мне кажется, это тоже очень важный действительно риск, тем более, когда мы говорим о планируемых результатах, когда планируемые результаты к теме здесь обозначены в таком, да, немаленьком количестве ячеек, их надо всех изучить. Но, вы знаете, я бы вспомнила, я все время в этот момент вспоминаю, в то время, когда я пришла первый раз еще студенткой работать в одну из московских школ на практику. А у меня тогда была совершенно замечательный руководитель научный, Наталья Викторовна Шаронова, которая тогда еще, вы помните, еще до отмены всей этой бюрократии, учителя всегда писали план конспекта уроков. И в этом плане конспектов уроков первая часть была целеполагание. Вот я очень помню, как у меня мой научный руководитель проверял почему-то именно вот эту часть. Безусловно, начинающий со слов, чему ребенок научится. А потом сопоставлял мое содержание, как работает на достижение этих результатов. Я заметила такой момент, что когда это ушло из школьной практики, то опыт педагогический начал беднеть. Потому что мы, ну, будем говорить прямо, да, иногда где-то ленясь, я уверена в себе, я приду, возьму харизмой, у меня еще и классные есть материалы, ресурсы, а я еще и деятельность интересную организую. И вот это целеполагание немного начало уходить, хотя даже в образовательных стандартах, да, идеология целеполагания выстраивания содержания от результата. Поэтому вот мне кажется, очень важно руководителям образовательных организаций, всем, кто работает с педагогами, да, и нам тоже, при работе с этим сервисом напомнить вот ту нашу педагогическое, наше педагогическое прошлое, когда мы действительно, да, увязали в этих бюрократических процедурах и много готовили, что в бумажном виде. Но это действительно обогащало наш педагогический опыт. Вот как мне кажется, нам очень важно вот об этом все время думать, говоря о том, что некоторые моменты, они затрудняют работу учителя, но, опять же, этот, речь идет об автоматизации нескольких процессов все-таки, да, стабилизации работы нескольких процессов. Вот. И это, конечно, в этом направлении будет идти работа, но и при работе с педагогическими коллективами тоже вот очень важно на это указывать, что вот сейчас к этому надо привыкнуть, и вы потом будете это делать очень быстро. Это станет вашей компетенцией. Ольга Алексеевна. Можно, да? Большое спасибо за уделенное слово. Мне бы хотелось сказать о чем, что любой инструмент в руках умелого или неумелого человека представляет собой или риск, или способ достижения определенного результата. И вот если этот результат мы даем тому классному руководителю, педагогу, инструмент, а не результат, мы даем тому, кто не умеет им пользоваться, мы при этом, конечно же, рискуем. Здесь я хотела бы обратить внимание на информационную и просветительскую работу с родителями. Для нас очень важно, мы сейчас уже упомянули об этом, мотивация ребенка.
как кто не родители первые, педагоги, классные руководители, заинтересованы в том, чтобы выбрать в дальнейшем ту сферу деятельности, которой ребенку легко будет даваться, в которой он будет чувствовать себя комфортно и принесет плоды нашему обществу, в котором он живет. Именно с помощью тематического планирования, с помощью оценки прогнозируемых результатов, так скажем, продвижения, да, мы сможем оценить, где он хорош, что ему нравится, а каким образом можно взаимодействовать с этим ребенком и куда его направить далее. И это инструмент, а не риск. Но если это попадет в руки неумелого педагога, то мы обретем риск, правильно? Поэтому вот момент мотивации здесь, он как раз должен у нас всплыть на поверхность и стать для родителей, вот эта система, именно тем инструментом, с помощью которого наблюдение, анализ ситуации помогут семье выбрать ту зону, в которой дальше будет развиваться ребенок. Да, спасибо. Ольга Алексеевна, вот сейчас вы сказали о том, что ребенку будет доступно все-таки то, чему он обучается в процессе изучения того или иного учебного содержания. Какие новые умения он приобретает. Но он ведь также сможет их и не достичь, а ему будет доступно тот целевой ориентир, который, собственно, определяет учитель. Вот если он этого не достигает, Ольга Сергеевна, вот как вам кажется, какую здесь мы должны превентивную работу вести, чтобы вот такие риски, если раньше ничего не стояло за школьной отметкой, вот она вот есть, она отметка у меня 3 и 4, да, а вот теперь эта тройка отображает то, чему я не научился. Вот какие здесь вы видите риски для ребенка прежде всего, наверное, да, и для его семьи? Ну, здесь я, наверное, немножко пойду в разрез современной трендовой такой идеи, что нужно беречь психологический комфорт всех. И напомню, что психологи занимаются не только эмоциями, но еще остальными психическими функциями, мышлением, произвольным вниманием, произвольным контролем, которые формируются в учебной деятельности. И базовый принцип педагогики, что обучение ведет за собой развитие. То есть формирование той же эмоциональной сферы, адекватности эмоциональных реакций ребенка, в том числе на оценки, это результат нашей с вами педагогической работы во многом, не снимая ответственности с родителей, безусловно. Вот, поэтому, если мы говорим о недостижении результата, то, наверное, вернусь к вашему примеру с целеполаганием и напомню мнение физиолога Николая Александровича Бернштейна, который говорил, что цель – это образ потребного будущего, то есть образ результата. Соответственно, сама идея прописывания ориентиров, результатов – это уже формирование целеполагания и произвольности ребенка, заодно и учителя воспитываем немножечко, и, естественно, это потенциал роста всех компетенций интеллектуальных, когнитивных, личностных, эмоциональных, можно дальше по списку идти. Вот. Поэтому возможность дифференцировать образовательный результат, во-первых, по уровню сложности, при том, что минимальный уже соответствует критерию освоения образовательного результата, это уже хорошо, а дальше пошли градации, плюс возможность дифференцированного такого критериального оценивания. То, что ребенок будет сталкиваться с обратной связью, что он что-то не смог сделать, ну, это в жизни мы тоже, наверное, слышим во взрослой жизни регулярно, что что-то мы не справились. И вот тут важна отметка и оценка. Потому что отметка может быть низкая за академический результат, а оценка учителя, работы ребенка, его стараний, его перспектив может быть поддерживающей, как подсказывает Ирина Джалдошевна. В том числе и оценка относительно твоих предыдущих результатов. Да? Отметка может быть действительно и низкой, но растешь ты относительно самого себя. И к сожалению, просто наша, даже не трехбальная, да, а не пятибальная, а трехбальная система оценивания, она не позволяет вот, действительно в этом во всем увидеть нужное для ребенка содержание и то, как он меняется. Ну, хотя действительно школы используют и несколько систем оценивания, вот, в том числе Ирина Джалдошевна использует несколько систем оценивания. А вот здесь еще очень важный, Ольга Сергеевна, вопрос. Ольга Сергеевна еще важный вопрос подняла в отношении критериального оценивания. Мы про это постоянно говорим с вами сегодня, да? То есть не только результат, он еще все-таки должен иметь за собой еще один веер того,
а какие критерии стоят за этим результатом. Да? И это, как я уже понимаю, следующий наш шаг в развитии доработки Московской электронной школы этого инструмента в этом учебном году. И я, безусловно, всех точно присутствующих здесь приглашаю к обсуждению этого проекта. Ну и Алексей Александрович, может, хотели еще добавить? Да, ну тут можно добавить то, что вот с новым инструментом классному руководителю будет гораздо удобнее, более точечно подойти к индивидуально к каждому ученику. Видно сразу, в каких аспектах надо добавлять ученику, то есть куда направлять и скоординировать предметников, родителей, над какими темами, критериями, которые более широкие, уже более нам становится ясно, над какими моментами мы все вместе работаем. Спасибо. Коллеги, и вот еще очень важно, у нас практически остается 5 минут до завершения дискуссии, очень важно в конце дискуссии все-таки вернуться еще к нашей теме про четверть, да, оценка за четверть или содержание. И вопрос к тому, что сейчас в нескольких школах Москвы, несколько школ Москвы, делает очень важный шаг. На мой взгляд, он, конечно, такой рисковый шаг. Это отказ от четвертей, отказ от триместров, отказ от полугодий, а просто тематическое оценивание. Вот у нас в зале сегодня есть представитель управленческой команды одной из таких школ, школа 2030. Я бы хотела, безусловно, обратиться к вам. Коллеги, вот я знаю, что вы вообще над этим работаете уже не первый год, да, то есть эта практика в вашей школе несколько лет точно. Вот что вас подвигло прийти к этому, и как сейчас вы будете менять этот инструмент? Я знаю, что вы делаете еще более смелые управленческие решения. Вот поделитесь, пожалуйста, вот, в завершении нашей дискуссии своим опытом. Спасибо, Олеся Николаевна. Значит, краткая история того, почему мы отошли от четвертного оценивания. Где-то действительно лет 6 назад, как выразился наш коллега, за неделю, за две до окончания четверти начинают раздаваться звонки родителей. А скажите, пожалуйста, сколько контрольных работ должно быть в день, в неделю и так далее? То есть является или нет перегрузкой, если у ребенка прошло две контрольных работы в день или три контрольных работы в неделю и так далее? То есть действительно складывалась такая система, что к концу четверти именно календарного такого лимита у нас получалось так, неважно, до конца мы изучили тему, не до конца изучили тему, но подошло время написать четвертную итоговую работу, причем по всем предметам. Таким образом, у ребенка действительно на последние две недели приходилось где-то до 10 таких работ. И говорить о том, что он находится в хорошем психологическом состоянии, спокойном, и в том числе и родители, конечно, не приходилось. Стали думать, что можно сделать, каким образом разгрузить этот процесс, и, посоветовавшись с коллегами, с методообъединением, решили сделать следующее. То есть отойти от четвертного оценивания и попытаться всю программу перестроить на некие такие тематические модули. Укрупнили темы и разделили весь учебный материал где-то в зависимости от количества часов, выделенных на предмет, от 3 до 5 таких тематических модулей. И тогда сложилась такая ситуация, что оценка выставлялась по окончании такого тематического модуля. Она не совпадала с окончанием четверти. То есть таким образом дети уходили на каникулы, не получая наших классических четвертных оценок. И получалось, разгрузили, дети в каникулы могли спокойно отдыхать, над ними не висело, что такую или иную отметку я получил хорошую или плохую, надо было идти ее пересдавать. Вот. И, собственно говоря, все немножечко успокоились, но, естественно, прежде чем это ввели, возникли
действительно риски. Какие риски? Очень сложно было беседовать с родителями, убедить их от многолетней практики получения четвертных оценок. Как это так? Ребенок, придя в конце четверти из школы, не принес мне никаких отметок. Как это, что он делал, где он был и что с этим происходило. Значит, в связи с этим был разработан такой достаточно большой комплекс мероприятий, начиная вот от содержания образования, заканчивая тем, что мы подошли к тому, что, опять-таки, вот коллеги поднимали вопрос о содержании контрольно-измерительных материалов, о критериях, по которым выставляются эти оценки. Вот был разработан комплекс так называемых вот этих итоговых модульных работ, общий, скажем так, для параллели, да, для предмета, и разработаны критерии оценивания этих работ. Были выбраны значимые работы, по которым строилось оценивание. И таким образом вот перешли на модульное тематическое оценивание. Сейчас в связи с новыми возможностями журнала понимаем, что вот нам уже эти модули, такие скомпонованные, не очень нужны. Можно перейти чисто на те тематические, которые есть в журнале. И таким образом вот этот аттестационный период будет формироваться сразу в конце года. И здесь четко видно, какую тему ребенок усвоил, какую не усвоил. Нет средней температуры по больнице. Что одна не усвоена, и другой перекрылась тема, и вроде все, в общем, ничего. Да, все хорошо, а на деле не очень. Спасибо большое. Коллеги, я всех благодарю участников за дискуссию сегодняшнюю. Она у нас имеет продолжение в этом году. И мне очень хочется надеяться, что в следующем году в это время мы с вами проведем точно такую же дискуссию, уже посмотрим первые результаты и поговорим о том, что было сделано в этом году. Спасибо большое всем участникам.